На стадионе «Локомотив» в Иванове стартовал первый этап соревнований по мини-регби среди школьников. На этот раз за титул победителя соревновались 4 команды. Это не регби с ленточками, это уже контактный регби. Более взрослый вариант, более интересный, более такой мужской вид спорта. Это как контактный регби, соответственно. Турниры по регби для старшеклассников проходили в Иванове и раньше. Но ученики 5-6 классов состязаются впервые. И тем почетнее для них победить на этих соревнованиях. Сложно очень играть против высоких игроков, потому что они на скорости, когда бегут, тебя постоянно сшибают. Очень трудно их брать в контакт. Число влюбленных в регби, по-настоящему болеющих этим видом спорта, растет год от года. Сейчас серьезно им занимаются более 500 человек. И федерация уверена, что это число будет только расти. Данный вид спорта, к сожалению, не очень популярен у нас по стране, по регионам. И поэтому мы поставили задачу развития этого вида спорта и внедрения его в школах. 3 года подряд команда «Белые акулы» побеждала на федеральной регбийной лиге. И не исключено, что именно из этих ребят вырастет достойная смена. Мне вот нравятся жесткие виды игры. То есть, к примеру, борьба или что-нибудь такого, типа, где можно толкаться, биться, делать подножки. Наши спортсмены-регбисты есть и в сборной России, и в сборной Москвы. А значит, у каждого, кто играет всерьез, есть шанс добиться значительных успехов. Было бы желание. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.